Тысячи девушек ежедневно принимают участие в различных конкурсах красоты в надежде примерить корону победительницы. В очередном сезоне проекта «Краса Южного Урала» осуществили свои мечты 16 участниц в возрасте от 18 до 30 лет. Сегодня у нас финал проекта «Краса Южного Урала», 6-й сезон, тема «Космос». Проекту уже 2 года, и мы очень рады, что в этом году проект приходит к своему логическому завершению. Вроде бы должно было быть грустно, но не для нас. У девушек было 4 выхода, чтобы показать свою харизму и грацию. Одним из самых ярких и космических стало дефиле в костюмах ручной работы. Тема сезона у нас «Космос». Мы подготовили для всех гостей шоу. Будет игра металлов, игра объемов, дизайнерские вещи, великолепные платья и ручной работы украшения из натуральных камней. Смотреть на такое величие, на такую красоту, которую представляют жительницы нашего города и нашей области, ну, это, конечно, впечатляет. И вот членам жюри очень трудно на самом деле сделать свой выбор, потому что такая красота. Жюри действительно быть очень интересно, потому что девочки все красотки, они так ярко выступают, так ярко себя преподносят. И на самом деле, вот я уже не первый раз их вижу, когда в жюри сижу, и девочек, которые победят, там двойка-тройка лидеров, их видно сразу же. Они выходят, и они несут себя с таким достоинством. Потрясающе, на самом деле. У нас визажист работал, скидывал фотографии девчонки, просто космос, на самом деле. Ждем и такого же космического результата на сцене. Все участницы конкурса пришли с разными целями – выиграть корону, получить славу и признание, реализовать свой творческий потенциал. За 2 месяца в проекте каждая из них обрела бесценный опыт и незабываемые эмоции. Космическая фотосессия, костюмы, хореография. Очень интересно, советую. Мы, девочки, здесь очень интересные, все яркие, позитивные, эмоциональные. Мы все заряжались друг от друга, это, я думаю, самая главная сторона всех этих мероприятий. Каждый из участниц жюри отметили наиболее выдающиеся качества, а самой яркой и артистичной оказалась эффектная конкурсантка по имени Регина. Самые позитивные, классные эмоции связаны с этим проектом. Мне очень понравилось, и я ни на секунду не пожалела, что я приняла участие в этом проекте. Со следующего года проект будет «Краса Евразии». Мы объединяем уже несколько городов, среди них Тюмень, Екатеринбург, Пермь, и проект будет еще ярче, еще круче. На этой оптимистичной ноте 6-й сезон объявляется завершенным. А нам остается ждать новых конкурсов теперь уже в новом году.